Салют всем, это прослушка. Хей, хей, ха, это Дисна Федука. Йоу, чувачки, как вы уже заметили, я весьма продуктивный. Несколько, 3 видоса в день выпустил, окей. Просто у меня было свободное время, и пока оно есть, я до сих пор сижу и слушаю альбомы. И я ждал альбом Федука в декабре. Какого черта? Сейчас только на... Или в декабре только у него сольный? Ну, короче, не знаю, почему я думаю, что он в декабре выйдет. Вышел, ладно, давайте слушать, посмотрим, что ты приготовил. Вы не против? Спокойное начало, как будто весь альбом будет такой. Но по-любому там будет туф-туф-туф-туф-туф-туф. Я очень люблю солнце. Дарите, принимайте. Неважно. Больше любви. Да, согласен. Знаете, напоминает 2000-е года. Мола, бейб, мола. Ну что можно сказать? Светлая, добрая, солнечная песня. Федук, вон дискотека. По мне, так это какая-то пустая песня вообще. Ну, просто танцевальная, как бы особо не парился по тексту. Mon Love была поинтереснее этой. Она еще идет дольше. Дождь. Пострадаем, ребят. Не такая уж и грустная песня в исполнении Федука. Хоть вроде по тексту и она печальная, но по музлу нет. Если только это какой-то летний дождь такой, солнце. Ну давай уже что-нибудь, сколько времени прошло. Это... Здесь мог быть ваш куплет. Видимо, так было задумано. Типа, LJ, здесь мог быть твой куплет. Но его нет. Это сколько времени-то прошло? Вот просто я слушаю музыку. Спасибо, Федук, за твою музыку. Я вот сейчас как раз хотел послушать. Короче, дальше ничего интересного. Сейчас. Короче, песня до минуты 40. До минуты 50 где-то песня, еще хоть как-то там она идет. А дальше вот идет это проигрывание. 3:55. Ты чего угораешь? Кто я такой вообще, чтобы что-то говорить? Ну, ты чё, блин, я же вообще не разбираюсь в музыке, как я могу критиковать, что-то говорить? Как это стрёмно звучит. Именно русский и английский, no you. Чё-то я не понимаю, ребят. Читаем комментарии. Модели, кстати, акустик. Это, видимо, у него была, да, песня до этого? Послушаем. Короче, как я посмотрю по комментариям, кому-то зашло, кому-то нет. Так что это нормально. Я еще думал, может, я слишком придираюсь как-то. Но это еще вроде по тексту норм. Такое чувство, будто... какашечку обернули в красивую обертку и дали. Что-то напоминает зарубежного. Стоп, давай сначала. Нет, я тебе не верю, нет, что мы будем делать? Ну вот это еще пока более-менее ощущение, будто мне в уши насрали. Блин, комментарии всегда смешно читать. Вот. Не обязательно делать было такие длинные. Стоп, давай сначала.
Нет, нет, пожалуйста, нет. Моряк, акустика. Ну, акустика, акустика, акустическая версия мне нравится больше, чем оригинал. Простите, промотал я, потому что там дальше идет ха-ха-ха-ха-ха-ха и все. Амазонка. Быстрее бы кончился этот альбом. Я не знаю, где мне будет хорошо, как я, или друг на вот, нравится. Только не испорти, пожалуйста, пожалуйста. Ну, короче, вот единственный трек пока, Амазонка, куда интереснее, чем все, что было выше. Ну, неплохо, неплохо. По волнам. Это что-то, по-моему, известное, да? В общем, ну вот этот тоже более-менее еще интересно. Луна, акустика. Зачем он так разделил вообще их? Мог бы все акустические под конец как-то сунуть. Но это тоже, я так понял, старая, да, песня? Акустика, по-моему, всегда хорошо звучит. Где ты была? Вообще, я все устал уже, ребят, если честно, я не могу. А, ну дальше просто проигрыш. Последний трек, влюблены. В общем, ребят, все-таки это поп-музыка, и особо смысл не нужен. Нужны легкие, добрые, светлые песни про любовь. Но, блин, я что-то как-то устал. Мне кажется, можно было бы как-то поинтереснее этот альбом сделать. А тут половина танцевальная, три акустики. Очень много он времени тратил просто тупо на музло. Вот у тебя есть музло, но... Используй его как-то. Зачем слушать просто музыку? Ну, я имею в виду про какую песню-то. По-моему, дождь это и был. Или здесь никого нет. Короче, дождь, по-моему. Что сказать-то вам? Это, конечно, мои проблемы, то, что я, может, ожидал большего. Вот. Ну, единственный трек, который мне больше всего зашел, это Амазонка. На это, пожалуй, все. Я не знаю больше, что сказать. Я прослушал этот альбом, мог бы и не прослушивать. Ну ладно. Спасибо всем, кто посмотрел. Увидимся скоро. Всем пока. Нет, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся скоро. Всем пока. Check it out.